Законопроект у сфері захисту тварин викликав шквал обурень в одеських зоозахисників. За їхніми словами, закон тільки на перший погляд має бездоганний вигляд, а насправді має багато недопрацювань. За новими положеннями, кожен господар домашнього улюбленця повинен зареєструвати його та зробити низку щеплень. Також внесено поправки стосовно безпритульних тварин, які за новим законом будуть стерилізовані та поміщені до притулків. Зоозахисники кажуть, що є правильні положення у новому законопроєкті, але немає жодних механізмів реалізації, тому ухвалювати закон у такому вигляді не можна. Ну, например, начну с самого такого как бы простого, самого основного, вернее, это термина, что такое жестокое поводжение с тваринами. Значит, жестокое поводжение с тваринами в предыдущем законе очень широко раскрывалось и включало в себя практически все ситуации, когда животному причиняли боль и страдания. Этот законопроект практически все повычеркивал и написал такую страшную фразу, значит, обозначил «крим иншую законную деятельность», то есть читай, что теперь на узаконенных объектах, допустим, там лаборатории или скотобойни или еще что-то, очевидно, возможно, будет причинять животным боль и страдания. Конечно, это никак не вписывается в менталитет зоозащитников, это идет вразрез с идеями зоозащиты. И эту фразу мы никогда не примем, она позорная. В данном законопроекте также прописан метод биостерилизации, но, к сожалению, не прописаны никакие механизмы его проведения. То есть речь идет о том, что все владельческие животные, не представляющие породной ценности, согласно данному законопроекту, должны быть стерилизованы. Но каким образом это должно быть осуществлено? Если мы сейчас видим, что в ветеринарных клиниках города стерилизация кошки по стоимости составляет от 600 до 1200 гривен, собаки от 1200. И если человек, взявший на себя ответственность за животное, должен будет выплатить сразу такие суммы, то мы понимаем, что многие, кто не сможет оплатить такую стоимость стерилизации, это животное могут просто выбросить на улицу.